Привет-привет всем! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Наталья. Сегодняшнее видео я хочу посвятить обзору пряжи, которая мне пришла совсем недавно. Очень долго я ее ждала, наконец-то дождалась. Очень рада. И вторая часть будет посвящена процессам февральским. Сейчас на данный момент у меня три процесса. Мне это не свойственно, конечно. Обычно я один процесс начинаю, довожу до конца, потом следующий. Ну, как-то так в этом месяце получилось. У меня сразу три процесса в работе. И расскажу вам подробно о них во второй части. В первой части давайте мы с вами посмотрим, какая же мне пряжа пришла. Итак, начнем с первой пряжи. Это детский хлопок от Пехорки. Очень много отзывов хороших я по этой пряже читала и смотрела. Много девочек с нее вяжут. Вот решила тоже себе такую пряжу приобрести. Это цвет мята 411. В 100 граммах 330 метров. 100% мерсеризованный хлопок. С этой пряжи я планирую связать летний такой легкий джемпер топ, ну, скорее топ с коротеньким рукавчиком, ажурный, наверное. Так, здесь у нас рекомендуют, сейчас посмотрим, где, ага, вот рекомендуют спицы номер 5. Ну, не знаю, посмотрю, мне кажется, тут больше, наверное, подойдет. Может быть, 3,5 спицы. Возможно, даже троечка надо будет. Свяжу несколько образцов, посмотрю. Я уже примерно знаю, какой топ буду вязать. И планирую отснять по нему мастер-класс. Конечно, не хочу обещать. Ну, как правило, пока то, что я обещала, какие мастер-классы, я стараюсь все-таки снимать, выкладывать. И по нему давно я уже задумала такой мастер-класс отснять. Летний ажурный топ. Прямо вот он у меня в глазах стоит. Симпатичный, красивый. Ну, думаю, что должен получиться. Здесь у меня 500 грамм. Ну, скорее всего, у меня еще получится, возможно, топ небольшой для младшей доченьки. И, возможно, тоже будет мастер-класс. Пока по этому топу я еще так в раздумьях. Ну, в общем, пока задумала себе два топа с этой пряжи. Вот, надеюсь, что у меня планы мои все осуществятся. И я выпущу два подробных, полных мастер-класса. Вот такая пряжа. Очень я довольна. Просто обалденный цвет. Тут немножко камера, конечно, не передает. Более светлый, что ли, тон получается. На самом деле такой насыщенно мятный, очень симпатичный, красивый цвет. Довольна я этой пряжей. Ну, по крайней мере, пока. Надеюсь, что и в процессе вязания меня тоже будет все устраивать. И вторая пряжа беленькая. Давно хотела попробовать эту пряжу, еще ни разу не приобретала, но тоже видела очень много у девочек уже и процессов, и готовых работ, и отзывы смотрела. В принципе, все довольны этой пряжей. Это Ализе Ангора Голд. В 100 граммах 550 метров. Цвет номер 55. Так, и здесь у нас рекомендованы спицы от троечки до шестерки. Ну, я, скорее всего, ниточка тоненькая, планирую вязать. Так, с нее я планирую вязать джемпер легенький. Пока не знаю, либо ажурный, либо будет просто лицевая гладь. Попробую связать тоже образцы. Посмотрю, возможно, пущу ажур только по рукавам.
Может быть, либо спереди немножко добавлю, пока не знаю, надо подумать. И буду вязать в одну ниточку. Хочу такой легенький-легенький джемперок, чтобы получился. Скорее всего, на тройке буду вязать. Вот. И по нему тоже планирую мастер-класс. Много в планах у меня, конечно, мастер-классов. Ну, будем надеяться, что все у меня получится. Недавно мы с вами связали, тоже мастер-класс у меня был по джемперу, розовый джемпер из детской новинки. Это такой как бы тестовый у меня был вариант. Пробовала я ту пряжу. Мне очень понравился джемпер. Там тоже была тоненькая ниточка. И я просто в восторге от того джемпера. Можете пройти, сейчас ссылочку оставлю, посмотреть, что получилось. И здесь что-то подобное, я думаю, получится. Ну, единственное, что вот по поводу самого узора, пока не знаю. Мне кажется, в лицевой глади будет очень красиво он смотреться. Ну, не знаю, подумаю. Надо будет поэкспериментировать, повязать образцы. И что-нибудь придумаю. Думаю, в ближайшее время я займусь, наверное, вот этой пряжей и вот этими мастер-классами. Сейчас я три мастер-класса, которые у меня в процессе, довяжу. Два я планирую закончить в феврале. И, скорее всего, третий у меня где-то в начале марта завершится. И уже буду приступать вот к этим. Так, потому что на весну я себе хотела, ну, вот из Ангоры Голд связать этот джемперочек, чтобы под легкую курточку можно было носить куда-то. Он такой тепленький, я думаю, будет, потому что... А, так, я же еще не сказала вам состав, конечно. 80% акрил и 20% шерсть. Ну, мне кажется, он такой более-менее тепленький должен получиться. Вот, а после него, наверное, я займусь тогда вот этой пряжей, чтобы уже близится у нас тепло, лето. И в планах у меня вот связать вот эти вот хлопковые топы. Так, это вот что касается моей посылочки этой пряжи. Теперь давайте перейдем к процессам непосредственно. И первый процесс, который хочу вам представить, это будет детский кардиганчик. Примерно пока на возраст я рассчитываю 2-2,5-3 года. Вяжу младшей доченьки. Давно я обещала связать уже и снять мастер-класс либо по кофточке, либо по кардиганчику детскому. И вот как бы все, у меня звезды сошлись, наконец-то я начала. Вот такой кардиганчик, он будет спереди на пуговичках идти, полностью платочной вязкой, и спереди, и спинка. Вот такая спинка, все платочкой будет идти. Так, теперь по пряже. Это пряжа Vita Baby, цвет сиреневый, 28-77, 100% акрил и в 100 граммах 400 метров. Вяжу в две ниточки на спицах номер 4. Резинку вязала на 3,5 спицах. Если кто ждет, вот кому обещала, следите за моими видео. Я надеюсь, что в ближайшее время я его довяжу, потому что он у меня сейчас как бы в приоритете стоит. Стараюсь первым его довязать, этот процесс. И будет вот такой кардиганчик. Он будет слегка удлинен снизу. По низу, скорее всего, тоже я пущу резиночку. И с длинными рукавчиками будет идти. Так, ну вот такой первый процесс. Очень мне нравится эта пряжа, очень мягкая, приятная. Для ребеночка просто
отличный вариант, превосходная пряжа. И довольно такая тепленькая будет кофточка, кардиганчик, как раз вот сейчас вот на весну под курточку будет хорошо, я думаю. Так, ну давайте теперь перейдем ко второму моему процессу. Второй мой процесс — это вот такой джемпер топ вяжу для себя. Использую пряжу Nako Super Insi. Это у нас 25% шерсть, 75% акрил. Номер цвета 25-24, 100 граммах, 260 метров. Рекомендованы спицы номер 4-4,5, но я вяжу на троечке. Я попробовала разные образцы и как-то, не знаю, мне больше всего понравилось здесь именно эта пряжа, вот в одну нить я вяжу на троечке. Это будет джемпер топ с коротким рукавом. Спереди я отпустила вот такой вот узорчик, такие небольшие звездочки, а по линии реглана сделала немножко ажура, пустила вот такие веточки или елочки, как назвать. Если кому интересно, у меня на канале есть мастер-класс по регланным линиям, по разным. Там есть, как связать вот такую регланную линию. Можете зайти посмотреть. Спинка будет просто лицевой гладью. И рукавчики тоже здесь я ничего не стала делать. Сначала, как бы задумка была сделать более ажурный. Ну, что-то потом я передумала, решила вот немножечко спереди как бы облегчить его и слегка пустить какой-то рисуночек, какой-то ажур. Росток вывязала небольшой, всего 6 рядов. Померила, мне кажется, вполне достаточно. Горловинка получается так вот прям хорошо по шее ложится. Вот, по этому джемперу я буду снимать экспресс-мастер-класс. Подробно расскажу, сколько петель набирала, где какие прибавки, убавки, все-все, вот весь процесс, как вязала, все подробно расскажу. К сожалению, не получается по каждому изделию, которое вяжу, снимать подробные мастер-классы. Ну, я к этому стремлюсь. И, как правило, большинство у меня мастер-классов подробных, но вот этот будет экспресс. Я думаю, тут для... Ну, не для начинающих совсем, но для вязальщиц, которые умеют вязать лицевые и изнаночные петли, понимают, что такое регланная линия, не составит труда связать, допустим, себе вот такой джемпер топ. Вот, если как бы в планах у меня есть еще один такой же связать, но только рисунок будет другой. И пряжа будет более облегченная, наверное. Что-нибудь такое, не знаю, или акрил полностью. Пока вот не знаю, еще думаю. Похожий хочу связать себе джемперочек топ с коротеньким тоже рукавчиком. Вот по нему, возможно, я отсниму позже мастер-класс. Сейчас просто катастрофически не хватает на все времени. И вот все, что могу, конечно, снимаю подробно. Вот, это такой второй мой процесс. Тоже мне осталось здесь довязать только тело изделия до низа и уже доработать маленько рукавчики. И будет завершен. И остался третий у нас процесс. Девочки, еще один процесс. Я его только начала. Это штанишки у меня. Будет детский костюмчик. Начала пока штанишки вязать, и будет еще кофточка. Штанишки будут как комбинезончик. Будет резинка широкая, и будут дальше идти лямочки на пуговичках, и кофточка будет в зеркальном отражении, так скажем, наоборот беленькая и с бирюзовыми вставками. Мне кажется, должно получиться очень красиво. Вот смотрите пока как получается. Здесь я добавила немножко жаккарда и узорчик.
вяжу из детской новинки. Изумрудный цвет. На камере, конечно, совершенно другой. Какой-то голубой. На самом деле, очень красивый изумрудный цвет. Так, сейчас вам скажу. 581 номер. А белый это 55, по-моему. Вот, мне кажется, будет просто обалденный костюмчик получится. Что касается этого мастер-класса. Этот мастер-класс будет у меня платный. Могу даже объяснить, почему. Уже, наверное, многие видели предыдущее мое видео. Я там рассказывала, что у меня сломалась, к сожалению, моя камера. И вот пока я временно снимаю, взяла у знакомых, точнее, у родственников. Но мне не нравится здесь ни качество, ни звук. Ну, что сделаешь, пока другой возможности нет, снимаю на эту. Я уже к своей привыкла, там и качество было очень хорошее. И мне писали девочки, что и изображение, и звук все очень нравится, просто отлично. Поэтому трудно вот так сейчас перестроиться на плохое качество. И, в общем, я решила, что этот мастер-класс, скорее всего, сделаю платным, чтобы мне приобрести камеру новую и вести дальше, продолжать мой канал, снимать в хорошем качестве мастер-классы для вас, какие-то болталки, ну и там все-все-все прочее. В общем, вот такая вот у меня неприятная ситуация сейчас. У меня уже один есть мастер-класс платный на детский костюмчик на канале. И плюс еще вот этот мастер-класс. Кстати, потому очень много девочек уже мне прислали свои фотографии, на странице выставляли, вяжут костюмчик, очень им нравится. Все получается, и мне нравится, как у них получается. Как-нибудь я, наверное, даже сделаю фотоальбом такой небольшой с их фотографиями, покажу изделия. Ну, в общем, вот такие у меня пока планы. Значит, по детскому кардиганчику в ближайшее время выйдет. По вот сиреневый первый был мастер-класс подробный. По джемпер-топу моему изумрудному будет экспресс-мастер-класс подробный. Тоже все расскажу там, объясню. Ну и детский костюмчик, скорее всего, будет платный. Если что-то у меня тут в ближайшее время с камерой с моей не решится. Пока муж пробует наладить, но что-то у нас не выходит никак. Вот, скорее всего, тогда будет платный. Ну, пока не знаю, посмотрим. Вот, на сегодня у меня все новости. Спасибо, что смотрели это видео. Если не подписаны, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, чтобы приходили мои извещения о моих новых видео, нажимайте на колокольчик под видео. И до новых встреч. Пока-пока.